Всем ночной приветик от Квазимода, и выдал он тут вот такенную какаху, так что реально с пищеварением у ребенка все нормально. Но сейчас попробую брать водичку и попробую предложить таракана опять. Сегодня немного другим путем пойдем. Таракан будет крупнявей, наоборот. Вот такой. Для него это нормальный все равно размер. То есть, в принципе, да. Чтобы было однозначно его видно. Все, что не больше его головы, для него нормальный размер. Что, страшный таракан, да? Я поняла. А если я его пущу? Ну-ка, иди, пролип. Не-не-не, солнце, вернись. Ты очень вкусный и полезный. Ладно, попробуем пустить бегать. Вот это вот сейчас начнутся прикосновения, у него будет паника. Там кто-то спрашивал, типа, на сафари его отправить. Какое сафари? Чтобы он там от инфаркта хвост отбросил. Тут любые прикосновения его кошмарят. На сафари ходят девушки, которые сами хорошо кушают, которые активно охотятся и не пугаются тараканов, не боятся прикосновений. Те, да, те могут ходить на сафари. Вот с моего табора только Марти и Банана способны на такое. Остальные нет. Остальные жутко боятся. Хотя уже давно взрослые. Тут хотя бы вообще сам есть начал. Пока даже ничего другого не стоит задача. Он, видели, сразу испугался. Все, начинается истерика. Просто таракан прикоснулся. Так что пока вот это не судьба у нас. Кормиться самостоятельно. Так что ловлю таракана и выдаю насильно, чтобы не терять время. Ну, давай еще одна попытка. Не, сам он точно не будет. Так что не буду тянуть резину, запхаю насильно. Время-то идет. При укладывании в рот он хотя бы уже начинает глотать. Это уже радует, конечно. Да, хоть сам и не ест, но хотя бы так. Короче, повторяюсь, я шанс ему даю, а там как масть пойдет. Горбатый, конечно, он жесть. Вот тут отлично это видно. Да и видно его размер, гляньте, вот он какой. Насколько оно крошечное. Так, ну давай, дитё, иди. Все. Сейчас верну воду. Да, и будешь отдыхать. И вода у тебя целый бассейн, блин. Угу. Под твой тон, прям цветом. Все, переваривай давай. Кто не в курсе, просто новорожденных кормят каждый день. Поэтому, если он покакал, я даю таракана. Если не покакал, пропускаю день. Так и кормимся.